В Амурском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты. В дежурную часть МВД России по Амурскому району за помощью обратился 32-летний местный житель. Мужчина рассказал, что накануне он воспользовался услугами одной из городских автомоек. Помыв свое транспортное средство, он поехал домой, после чего обнаружил пропажу своей банковской карты. Кроме того, с его счета произошло несколько списаний денежных средств за покупки, которые он не совершал. Сумма ущерба составила порядка 20 тысяч рублей. Обратившись в финансовое учреждение, мужчина заблокировал пластиковое платежное средство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 25-летнего работника автомойки, на которой обслуживался потерпевший. По словам подозреваемого, во время чистки салона иномарки он обнаружил банковскую карту заявителя. Увидев, что на ней имеется функция бесконтактной оплаты, злоумышленник совершил несколько покупок в различных торговых точках города. Похищенные денежные средства он приобрел алкоголь и продукты питания. Следственным отделом МВД России по Амурскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.